большинстве в первом периоде. Затем Панков. Единственную шайбу россиян забросил. Опаснейший какой момент сейчас возникает у ворот Василевского. Это Владимир Пешеходов, 98 номер, имел возможность сравнять результаты. А мы смотрим повтор. Василевский здесь выручил свою команду. Бобров доставил шайбу на пятак. И Пешеходов был близок к тому, чтобы восстановить статус-кво. Так вот, Скулда и Панков отличились из юлаевцев в первом матче второй сборной России команды.